Сегодня в республике отмечается 79-я годовщина освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Состоялась традиционная церемония и около обелиска павшим героям Баулика Шихабль. Почтить память защитников Отечества пришли глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района и первый заместитель главы Кашихабльского сельского поселения Рамазан Мамхегов. Участники почтили минутой молчания память солдат, вернувшихся с полей битвы, возложили цветы и венки к мемориалу. Слава и почтение всем солдатам, кто выстоял, выдержав нечеловеческие испытания войной. Вечная память воинам-освободителям, кто отдал свою жизнь за мир и счастье сегодняшнего дня. Низкий поклон всем тем, кто приближал мирную жизнь на передовой и в тылу.